Это мы сейчас уже окончательно проезжаем Гвардейск. Главная дорога здесь, которая пересекает железнодорожные пути. Такие постройки классные, фундаментальные постройки советского периода, разрушенные в постсоветский период. Следующий будет Знаменск у нас. Там можно будет кое-что заснять, немного. Ну, вот так вот солнце с этой стороны поезда, поэтому снимать не очень удобно. Собственно говоря, ну, поезд немножко зигзообразно ездит туда-сюда, и угол солнца по отношению к поезду меняется постоянно. Вот, пока мы едем почти на восток, можно сказать. Вот, солнце пока еще на запад не ушло. Вот, а днем уже будет, наверное, здесь где-то позади, не прямо по движению поезда.